Здравствуйте. Сегодня давайте рассмотрим такую немаловажную тему, как обновление Windows. Саму службу обновления можно приостановить или полностью отключить. Давайте начнем с заднего. Как приостановить обновление Windows на компьютере или ноутбуке? Справа в нижнем углу видим вот такой значок. Нажимаем на него. Выбираем все параметры. Поднимаемся выше. Обновление и безопасность. Нажимаем. Здесь переходим влево. Дополнительные параметры. Опускаемся ниже, и в этом окошке написано «Выберите дату». Нажимаем на эту стрелочку. И здесь мы можем выбрать любую дату, до какой будет приостановлено обновление Windows. Я, примерно, ставлю 15 февраля. До 15 февраля поиск обновления Windows не будет затронут. Это на время приостановки. А как отключить? Теперь это все закрываем. А теперь давайте рассмотрим, как навсегда отключить обновление Windows. Заходим в панель управления. У кого нету панели управления, открываем меню «Пуск». И в окошке поиска пишем слово «Службы». Прописали. Из данного списка выбираем вот это значение, где написано «Службы». Нажимаем. Открылся список служб. Опускаем ползунок вниз. И вторая позиция снизу. Нажимаем правой клавишей мыши на слово «Центр обновления Windows». Здесь выбираем «Свойства» и «Тип запуска». Здесь открываем окошко и выбираем «Отключено». «Применить». «Окей». Закрываем. Теперь служба обновления отключена навсегда. Давайте убедимся в этом. Опять захожу в все параметры. «Обновление». И как видим, написано «Обновление приостановлены». С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.